Политика, скандалы, свежие новости. В начале о главном. Погнали. Дело батальона «Торнадо» рассматривает в Киеве. Шевченковский районный суд сегодня проводит подготовительное заседание. Экс-торнадовцы обвинили в похищении, пытке и убийстве людей. На скамье подсудимых находится 9 обвиняемых. Руслан Онищенко, Данил Ляшук, Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст, Анатолий Помодяло, Илья Холод, Николай Цукур и Максим Быстрицкий. Их защита заявила отвод одному из судей. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.